Привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Я смотрела огромное количество роликов по поводу организации хранения косметики. И хочу предложить вам вот такие интересные стаканчики для того, чтобы хранить в них свои кисточки. Все вот эти стаканчики я сделала сама. У меня тут, блин, бериндеевка. С одной стороны, собака хочет участвовать в съемке. С другой стороны, новая маленькая кошечка. Слышите, вот они там, то одна, то вторая. Угу, да. В общем, вот так весело. Смотрится достаточно изысканно и стильно. В общем, очень все прикольно. Кому интересно, как это сделать, оставайтесь со мной. Продолжаем. Значит, вы видите стаканчик с джемом махеев, апельсиновым, а еще они есть малиновые, смородиновые, черничные, клубничные, всякие разные, какие хотите. Я в последнее время увлеклась печеньем блинов, придумала кучу разных рецептов. И, конечно же, джемы летят только в путь. Но настолько классные, настолько суперские стаканчики, в которых эти самые джемы нам продают по цене примерно 114, как-то так, рублей, что выбрасывать их просто не поднимается рука. А также, вы знаете, что у меня много кисточек, и вот буквально вчера я взяла соломку, вот эту вот, она же стружка с Фикс Прайса, взяла наклейки из коллекции Шеби Шик, в частности, всякие бечевочки, всякие разные скотчи для DIY, и посмотрите, что получилось. По-моему, очень-очень мило, стильно и украсит ваш туалетный столик. А самое главное, можно разные кисточки. Здесь, допустим, мелкие, здесь для лица, здесь всякая всячина. Вот таким образом можно организовать. Самое главное, вы почти что ничего не платите, потому что листы с огромным количеством наклеек, вот такая травка, куча бечевки, там три мотка. В общем, все это по каким-то копеечным и очень-очень милым ценам. Надеюсь, это видео было интересным и полезным. Разумеется, я думаю, что не нужно вам объяснять, что вот эти вот стаканчики нужно, конечно же, предварительно как следует помыть, протереть их спиртовым лосьончиком. Тогда все липнет очень-очень хорошо. Вот такая вот надпись. Вот такой вот стаканчик с цветным скотчем, с цветочками, с бечевочкой. Вот такая розочка, вот такой ключик чудесный. В общем, девочки и мальчики. Вот такая баночка, кстати, это из-под ризотто. Надеюсь, это было интересным и полезным. Ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться, а не набивать карманы производителям. Тот случай, когда Хэллоуин уже прошел, но этот прекрасный набор поступил в продажу только сейчас, а скоро Новый год.